Друзья, сегодня в нашем видео от магазина «Купи сувенир» хочу показать вам поистине уникальную вещь, в принципе. Уникальная не значит дорогая, но тем не менее, это слово к ней 100% применимо. Почему? Да потому что она сделана из единого куска дерева. Не будем уже говорить «она», поскольку это поднос из дерева. Сделан он вот из единого, чтобы вы понимали, куска дерева. Это ива, не удивляйтесь, привычная всем ива. Но посмотрите, насколько четко подобран рисунок. Вот именно часть дерева с очень богатой фактурой. Тут есть и сучки, и какие-то переходы. Вот. То есть не единая доска какая-то, а именно очень интересный фрагмент дерева, ствола ивы именно. Очень легкий этот поднос. Есть даже специальные выемки для рук, вот, чтобы его удобнее было брать со стола. Вот такая вот вещь. Люди заморочились. Очень качественно отполировано дерево. Хотя я не могу сказать, что оно гладкое. Оно вот имеет какие-то не шероховатости, а вот именно выпуклости, такие природные выпуклости. Дерево такое очень интересный вот вариант именно для таких домов, может быть, в деревенском стиле или охотничьих каких-то домиков, там избушек. Можно использовать этот поднос не просто как, допустим, какую-то кухонную утварь, там что-то на ней подносить. Можно повесить его на стену, ну, в общем, просверлить там какое-то отверстие, повесить на стену, или как подкладку для какого-то изделия, допустим, может быть, какой-то головы там рыбы или щуки. То есть, в принципе, простор для фантазии тут есть. Сделана эта вещь очень качественно, вот такой вот неправильной формы. В принципе, это и придает ей какую-то ценность, что вот именно вот такой вот природный кусок дерева превратился в очень нужную и полезную вещь. Спасибо.